Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Eugene Play. Сегодня мы будем продолжать играть в Inscriptions. Что нас там сегодня ждет, не знаю. Давайте посмотрим. Кто не видел предыдущей части, посмотрите. Мы победили снова старателя. И также нашли какую-то необычную карту. Посмотрите и узнаете. Также на канале вышел много всего разных игр прохождений. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ну а пока надо вспомнить, на чем же мы остановились. Так, мы взяли или не взяли? Мы взяли карты. Да. А куда я хотел потопать? Я хоть. Все понял. Я же хотел посмотреть, что вот это за хунюшка такая. Там. О, там еще грибы какие-то есть. Блять. Жертвоприношение. То есть сейчас жертвоприношение, босс и карты, карты, грибы или сундучок. Не, давай портфелик возьмем. Что тут? У меня вообще ничего нет. Давайте, наверное, возьмем мы эти ножнички. Ой, о нет, это трогать нельзя. Почему? Да я хочу. Ничего не произойдет, эта банка со слизью никому не нужна. Не, я хочу. Фу, мини-битва. Давайте начнем. Белка, 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 олендик образ. Так, что у него, что у него? Это что за хуйня такая? Кольцевой червь? Что за хуйня? И какой-то муравей. Ничего не отнимающий. Так, ну да ладно. Дикобраз или жаба? Давайте, наверное, пока. У нас же отнимать не будут нас. Давай пока, дикобраза. Ну, погнали. Щелк. Получился, сука, назад. А, это один появляется, одна у него появляется. Все. Вот надо кого убрать. Ага. На. Так. Ух ты, два мне стукнул. Нет. Стоп. Что начинается-то? Что это, блядь, начинается такое? Подожди. Две, да? Раз, два и все. Давайте будем надеяться, что что-нибудь выпадет за косточку. Блять, наверное, не выпадет. Ай, блять, не выпало. О! Я серьезно, не трогай это. Эта вещь абсолютно бесполезна. Я пока положу ее на ту полку. Советую не обращать на эту вещь внимания. Ёбаная, а что с банкой-то? Ну как так-то? Так, ты ударишь один, один сместится. И все, и полетит мне нахуй все за все. А если я разрежу одну? Один сюда, два сюда. И волк, наверное, меня добьет. Может добьет, может не добьет. Или не добьет. Или добьет. А? Добьет, не добьет. Давайте зубы вытянем. Ты заслужил этот бонус. Не думал, что ты и впрямь это воспользуешься. Да я все думал, что это за, блядь, за бред такой. Ладно, используем его. Разрубим мы, разрубим. Вот так. Пропускаем. Щелк. Фу, белочка, помоги нам. А чем белочка сейчас поможет? Да ничем. Ничем. Все. В итоге проебонькал. А если на 3, это раз, 3, 4, 4. 4 в мою сторону, а я смогу только на 3. Походу, все. Ну. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давайте просто ударим.
Может, каким-то краешком останемся? Нет. А, это же только вой! Я зря потратил, надо было просто проиграть, да и все этот раунд. Надеялся на больше. Ну и надейся нахуй, что хочешь. Если карты ни о чем пока. Вот это что-то такое. Ни медведя, нихуя нету. Перед тобой зияет угольно-черная пасть пещеры. Хорошо. Здравствуйте. В пещере притаилось диковинное животное. Ну, похоже на змею. Хриплым голосом она промолвила: пройди мое испытание, и я пойду с тобой. Ну, давай, что надо? Я выберу из твоей колоды три карты, они решат, пойдешь ли... пройдешь ли ты испытание или нет. Оно продолжило, но сперва ты должен выбрать испытание. Испытание крови у трех случайных карт в совокупности должно быть как минимум 4 капли. Ну... Блять, а как-то можно посмотреть? 4 капли крови. Ну, если, конечно, хули... У скольких карт-то? У 4. Ну, даже если 4 по 1. Ну, не может, чтобы, блять, выпало вот так мне 3. Я уж не настолько везучий. Так, испытание родства. 2 из 3 случайных карт должны оказаться в родстве. Нет, это точно нет, потому что у меня нету ни 2 волка, ни 2 лося, нихуя у меня нету этого. Испытание мудрости. В 3 случайных картах должны оказаться 3 разных символа. В 3 случайных. Ну может же, подождите, в 3 случайных может же вот так выпасть. Эти вообще без знаков. Все. А так, да, вполне возможно, но я, наверное, выберу первый. Что-то мне вот... Да начнется испытание крови. Лось 3, 0 и 2. Спасибушки. Ты прошел испытание. Здесь... А, зверь проявил себя. Это... Яйцо ворона. А. Она типа потом вырастает и все. И... Когда карта с этим символом наносит обидчику урон, тот сразу погибает. А это что за хуйня? Противник целится впустую. Перемещается и наносит удар на себя. Ну, пиздячку получает. А этот... Когда карта с этим символом погибает, вы получаете копию этой карты, то есть бесконечно. Я просто бесконечно ставлю кошку, кошку, кошку и все. Но я выберу все-таки вот это яичко. Вот. Яйцо ворона с сюрпризом присоединяется к твоему зверинцу. Ясно. Так. Грибы еще какие-то. Здравствуй. Здравствуй. И что ты хотел? Так, а мы у него заберем этот... мы заберем у него вот этот... Как он, блядь? Силу вот эту, да? А у кого забрать? Давайте заберем у дикобраза. Ты выберешь меня? У тебя уже есть хоть вонючка, давай хоть, блядь... Его, меня, конечно, тебя. Хороший выбор. Так у тебя пусто, конечно, блядь, хороший. Ой, опять, ну ладно. Что-то как-то я не ту дорожку выбрал, лучше бы грибы. Снова я. Ну, конечно, ты. Жаба и пчела. Пчела, она постоянно... А, это этот, улей появляется. Пчела, это хуйня. Ага. Так. Ну, тут, конечно, все очевидно. Тебя надо ставить... Сюда? Сюда не стоило. А куда тебя? Ты думал, туда, что ли, поставлю? Ага, сейчас, нахуй. Прекратите. Блять, прекратите. Ой, а этот у нас же полетит? Полетит, молодец. Красавчик. Чтобы пока... Не-не-не, ты будешь вот здесь стоять. Он сейчас ее ударит, ударит и все. Погнали. Так, берем одну. Ах ты, а этот встанет, ударит сразу или не ударит? Что? А он по одному же? По одному отнимает, да. Значит, ставим вот сюда. Белку.
И ставим вот сюда ворона. Ну, яичко. Посмотрим вообще, что же там... Вот. Его надо быстрее за... О, уже вырос. Красавчик. Волк 2. Пока нету. Так, возьми карту. А чё пока взять? Я даже не знаю. Давай возьмем такую. Лосося. В любом случае мы же ударим, отнимем. Погнали. Все. Так, а я не помню, что это за капельки уже. Тут столько значков уже, кажется, в голове уже не укладывается все. Капля. 2 капли, 3 капли. Мы же должны типа выбрать. Ага. Ну вообще мне бы хотелось бы кого-нибудь, чтобы побольше за одну каплю было. И я, как всегда, блядь, выбрал говно. Зеркало какое-то, что-то тут кто-то книжку оплевал. Это еще что за птица с головой? Ты подошел к старой резнице по дереву, она пристально на тебя посмотрела. После затянувшейся паузы она начала раскладывать свои фигурки. Это что у нас, полет? А это удар в обратку. Давай тогда вот это возьмем. Ну, на белку. Все, спасибо. Седая женщина молча собрала свои поделки и ушла. Ну и все, иди. А я уж думал, сейчас битва будет. Так. Стоп. Фух, блядь, так. Ну давай сюда, наверное. Видать, все-таки в левой стороне пока полегче. Нам надо дойти. Вот. Что тут у нас? Летучая мышь и все. Ай-яй-яй. О! А это что за бубенцы? Когда на доске появляется карта с этим символом, на пустых соседних ячейках плюс одно здоровьешка. На соседних пустых. Ну понятно, что мы вот так. И больше пока никак. Ну, у меня выбор пока небольшой. Давайте хоть вот так поставим. Четыре. Хуя. А чё так сразу-то? Фу, вот это я сыграл. Окажись, все. Она же ее пролетит. Пролетит. Только так, а я ударю на 2. И то, на 2. А эти кто там? Там они по одной, да, бьют? Это 2-2. Ой-ой-ой-ой-ой, я никак не верну. А если все-таки... Блять, не хватает. Вот не хватает 2 капли, и все. Че, нельзя еще что ли карту взять? Фу-т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 у. Если мы это убьем, это будет как раз 2, и все. И мы в полной попке. Потому что на этом, скорее всего, закончится. Ну, потому что карты, ребята, слабые. Хоть ты как. Возюхайся. О, как. Это типа его надо посередине, он бы закрыл. Так, а мне в любом случае это... Он же пролетит ее. Ну, все. Вот так и мы и получили по пиздаку. Ну, потому что колода... Говно. Ничего. Здрасте. Твоя карта смерти прекрасна, ага. Стоило добавить. Цену. А цену мы возьмем одну. Вот этого бы потом, блядь, добавить будут. Угу. Цену. Вообще бесплатно лучше. Одну. О, дерьмо. Силу и здоровье. А, подождите. Силу и здоровье. У лося. У лося. Хуя, 3 силы, 7 здоровья. Так. Позаимствуем символы. Туз хорошо,
А вот это? А он, интересно, два заберет или нет? Детеныш и прикосновение смерти. Да. Так. Я так и не спросил твоего имени. А давайте так и напишем. Женька. У хорошей карты должен быть портрет. Давай. Блять, думал. О! О! Это что такое? Я говорю, что здесь вот несколько раз надо сдохнуть. То есть ты сдыхаешь, и вот какое-то идет прохождение само собой. То есть ты то банку найдешь, ты то это. Ого! Чё ого? Я возлагал большие надежды на твоего предшественника. Зачем мне тратить время на твое обучение? Ты научишься по ходу. Или умрешь. Твоя стартовая колода. А где моя, блядь, карта? Мою карту верни. Нахуй мне эта жаба, ты мне мою верни. Очень хорошо. Подождите. Что за часы? И что с ними делать? Что с ними делать-то? Что делать? Не понимаю. Это что ли пути? Фу, ладно. Так, тут мы. Вот это банка-то. И что вот это? Ага-га-га. Невыносимая боль. Даже после, что тебе нужно. У меня нынче мало причин жить. Клетка сломана. Волчья статуя свободна. Ничего. Кажется, мы на шаг ближе к спасению хозяина. Ну, наверное. Раз ты так... А, ну-ка подожди-ка. Вот. Ножичек. Наконец-то вырвал особый кинжал из беличьих лапок. Возможно, ты об этом скоро пожалеешь. Почему? Я наоборот, блядь, разгадал. Вот зубы. Зубы давай, там что еще есть? Все, затушил. А, во, она куда-то. Дым понесся сюда. И что будет? Этот, блядь, глазами туда-сюда он. Распиздей, блядь. Так, ну да ладно. Угу. Ну давай. Так, что тут у тебя? Фу, сюда хочу. Дайте мне мою карту. Хуи, а, Луи. Чё за Луи? Нет, Луи мне нахуй не нужен. А это кто, когда существо встает напротив пустой... не понимаю. Когда существо противника встает напротив пустой ячейки, карта с этим символом занимает эту ячейку. А, типа ре... А! Все понял. Давай тебя. Пса еще не было. Вообще, я хотел бы мою карту. Ты подошел старый... Ну, понятно. Очень старый, раскладывает фигурки. Это мы уже слышали. Олень. А нахуй мне олень? И нет. О, сука. А, не то выбрал. Исчезла из виду, не проронив ни слова. Ну, понятно. Давай. Зажгем. Карту мне мою верни. Хули мне этот полет. Пихта и волчонок. Угу. А в жабы-то одна, две. А, она напрямую будет бить. Нет, а мне надо... Ладно. Ладно, давай, не ной. Прекратите.
Да это-то хули, это не то совсем. На. Так. В смысле, дерево стало... Подожди, что это за хуйня? Это что такое? Карта с этим символом дарит существу по сторонам на одну единицу силы. О, как, блядь. Давай-ка возьмем белку. Белку. И горностая. Заменим. Потому что это какой-то карачун. Все. Что это, блядь, дерево, чтобы нас еще не било? Хлоп, вонючка. Давай. Шикарно. Ну. Бей давай, блядь. Шикарнейший ж ты мне тут, нахуй. Так. Это же шкурки. Шкурки у меня чистые. Первую подари. Спасибо. Возьми еще одну. Ну, не хватит, все. Благодарю. Сундучок. Хм. Больше 3 предметов с собой брать нельзя, а у тебя их уже 3. И что? Может, вместо этого ты примешь подарок от моего друга? Ну. Спасибо. Бережливая вонючая крыса, никогда не сомневайся в практичности набитого тюка, вьюка. Подождите, что за крыса? Что она делает? Если у вас меньше 3 вспомогательных предметов, карта с этим символом подарит вам случайный предмет, когда окажется на доске. Очень-очень прихорошо. Просто вот восхитительно. Да зачем мне этот полет, блядь, белки? Ну чё, о чём? Воробушки. Воробушки. Так, а мы... А, вот, мы же... А у них по 2 жизни, а ты отнимаешь 1. Ну, хули, как всегда. Кроличья шкурка. А так он ее не ударит, она пролетит. Смысл пока нету. Летучая мышь. 2. О, подождите, а если мы... Мы же вот... А, нельзя, ой-ой-ой. Нельзя, да? Ну, в этом случае... Вот так вот ставим. Он же ударит 2. Ударит, а этой не даст. В итоге 1-1, у него останется жить еще. Не, он никого, блядь, он никого не сдержал. Он просто ее. Ну как? Пока. Если я 2 ударю, а он ударит по ней или нет? Если нет, то плохо. Это хорошо. Это очень хорошо. Крыса. Ах, а чё ж ты мне крыса-то дашь? Подождите, а мы 2 отнимем. Он 1 отнимет назад. Давайте попробуем. Вот. Сейчас как-нибудь. Вот. Как-нибудь, но мы в любом случае разберемся. Вот так. А если мы вот так сделаем? Я сперва берем эту карту. Вот. Я сдаюсь. Сдавайся, блядь. Давай свою лапку. Фу. Все равно подумал, что проебет. Выбираем карты. Я хочу свою. Нет. Ай. Ну, этот у меня уже есть. Ну, это лучше, чем этот.
что тут у нас? Пожертвовать. А пожертвуем мы же символом. А символом кому жертвовать? Да никому. Костер. Тут эта бабка, блядь, с головой недружащая. О, плюс одна сила. Тлеющий костер осветил лица выживших. Так сказал один из них. Ага, один из твоих зверей к нам подсядет, его сила может увеличиться, сказал другой. Делай, что должен, остановись. Да я... Вообще-то и не вас, блядь, хотел. Я хотел собаки увеличить. Или все-таки тебя? У этой три. Давай тебя, хули. У тебя закралась мысль, почему бы не согреть существо костра чуть дольше? Один из изголодавшихся подошел ближе. Это будет рискованно. Испытать удачу или уйти? Нахуй была не была. Удача была на твоей стороне. Может, испытаешь еще раз? Однако ты чувствовал, что риск возрастает. Блять, проигрыш настанет. Остановись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте. Блять. Не, нахуй заберу. И увеличил его. Нет. Ты засомневался, что у этих были добрые намерения. Забрав, ты быстро ушел. Три и так хорошо для горностая. Это очень, да, это просто шикарно. Голову, ага. Пень. Прямо с порога? В смысле? Олень и крот. Ну крот-то нам ничего, нам надо оленя бить. Здрасте, приехали. Так, а вот теперь ты-то... Плохой выбор. Заебатый. Не пизди. Так, мы теперь берем белочку. Белку берем, ложим. Ложим и ложим. А, ну белку-то, естественно, убиваем. Кроличья шкурка. Не, это пока... Прекратите, да? Да не ной ты, блядь, что ты такой нытик-то? Вонючая крыса. Вьючная крыса. Прекратите, так. Да, прекрати. Чё ты уж... Как девочка ты себя ведёшь, ну. Белка пусть лежит. Угу. Вот. И два зубика сюда. В тарелочку. Вот так вот. Вот. Ну мне, я хочу карту. Свою причем. Нахуй мне эта твоя черная коза. Так, а чё черная коза? Когда карта с этим символом приносит жертву, вы получаете 3 капли крови вместо одной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, мы ее меняем и типа... Ну ее же надо сперва поставить. То есть ты ставишь и потом приносишь ее в жертву. А дикобраз у меня есть? Дикобраза у меня нет. Так у меня пока из-за 3-то никого нет. 2, а 2 я и так пока сам набираю. Гремучник. 6 костяшек я набираю или не набираю, но 4 набираю. 4 возможно. 6 пока, наверное, это... Нет, давай дикобраза. Пойдем. Твой рюкзак был полон, но к тебе подбежал маленький грызун. Давай, чего хочешь. Бля, опять его, что ли? Ну давай. Всегда полезно. Ну. А мы потом пожертвуем. Этому. Пожертвуем его нахуй на камне. Щелк. Забрал.
Деревья окружили тебя неприступной стеной. Единственный способ выбраться отсюда – это идти вперед. На пути стоял хромой мужчина. Это старатель, да? В этой твоей черепушке есть золото. Дай-ка я тебе раскрою и сам погляжу. Я тебе сейчас нахуй ее раскрою. Так. А, ну это как всегда с койотом. А койот у нас на этот случай... А горностай не выпал. Как плохо-то. Это очень плохо. Он сейчас ее чпоньки все. Щелк и нету. Блять, надо было хоть сюда поставить. Что я сделал-то? А, ими можно пожертвовать. Отлично. Давай. Ну и пес с тобой. Подождите-ка. Белка... А знаете, что мы сделаем? Давайте-ка потратим банку, потому что если вонючая это выпадет нам крысятина... Да мы, по крайней мере, вот так вот сделаем сейчас. Ну и сколько уже? 3, 6, 7, блядь. Ну, возьмем карту. Волк. Хорошо. Ну куда ты ушел-то? Белку просто положим. Мне вот это надо. Щелк. Одна есть. В этих картишках золото. Хуяк. Вот ты тварь-то ты такая. А вот за вот эту спасибо. Ну, белку, конечно. Чего же я ищу? Я тут пока и не могу никем сходить. За ними. Вот. Спасибо. Не могу. А белка же у нас летуны. Летуны. А как я поставлю? Я никак теперь не поставлю. Интересно. И он просто меня сейчас будет потихоньку долбить и все. А это что такое? Кратковременной. Фу, блядь, а чё ж теперь делать-то? Интересно как. Ну давайте ради интереса белку положим. Мне надо-то чтоб что? А у меня там и белок-то. Белки-то, блядь, кончаются. Надо, чтоб вот этот ударил. Я две белки положил, тогда что-то можно уже думать. Да, а так? Так. Здравствуйте. Давай белку. Белку. И волка. Вот. Потому что так это... Давай, переходи сюда. Вот, молодец. Берем карту. Приветствую. А ты... О, ты же у нас за костяшки. Молодец какой. Изумительно, конечно, хорошенький. Что там у нас? Мой мул пропадит и пропадом. Не пропаду, не ссы. Сорока, что это у тебя? Карта с этим символом атакует противника. Не с этим символом. Когда на доске появляется карта с этим символом, ты можешь взять... из своей колоды любую карту. Вот так вот. Олень, который вырастает. И опоссум. Но мне пока некуда, ребята, вас поставить. Я пока просто возьму карту. Вонючей крысы.
Ударил. Молодец. Так, надо, чтобы тебя ударило троебасом. Давай возьмем еще одну. Босс. Значит. Что значит? Ну что значит? Ну что значит, а? Как вот что-нибудь скажет, блядь, и сиди, думай потом, что значит? Ну на. На. Не дай мне умереть. Да ты не умрешь, ты, блядь, его с одного удара ёбнешь. На. Все. Только щелчок и все. Свет нужен? Нужен, верни мне. Вот так. Хочешь награду? Хочу, конечно. 13-е дитя. Амальгама. Чего псовые копытные рептилии, пернатые насекомоподобные. В амальгаме есть все. Вонючий, да ты заебал этой крысой меня уже нахуй. За две я возьму вот этот. А где моя карта? Безумный взгляд старателя больше тебя не тревожил. Все, пошли. Дай-ка подумать. Ага. Мы снова на этой, блядь, болотистой местности. Воздух начал сыреть, а ноги с трудом удавалось вытаскивать из грязи. Твои ноздри наполнили теплым влажный запах. Ты дошел до болотистого края. Да. И что? Так. Ой, капельки. А, это какая-то нет. Давай вот сюда. Я хочу карты набрать. Гремучник. Юджин. О, а он сохранил даже Юджин карту. Прикиньте, чё. Нихуя себе, как интересно. Он сохранил ее. А чё это за камушек? Просто, наверное. Юджина даже сохранил. Это когда мы еще первый раз только. Вот так. Поэтому я и говорю, что здесь не пропадает, а идет что-то типа такого вот накопления прохождения. Вах. А я, наверное, возьму ее ради того, чтобы потом ей, наверное, пожертвовать. Потому что жаба есть, это есть. Гремучник за 6, ну, не всегда есть. Сейчас мне дадут опять крысу. Скорее всего. А чё, я что-то потратил? Это что такое? Вы моментально получаете 4 кости. Нет. Белка и ножницы. Все-таки ножницы. Уже в босс? Ну давай. Давай еще битву. Пень, пень, пень. Белка, белка, летун. Жаба 2. Что же вы молчите-то, а? Други вы мои други. Сюда не стоило, а... Нормально, нахуй, не выебывайся. Тебя один раз сейчас отнимут. Прекратите. Блять, он такой нытик, это вообще. А вот... А, клоп-то за 2. Ну, давай пока дикобразом пожертвуем. Вот и все. А косточки же 2? 2. Мы... А, карту взять. Фу-ту-ту-ту-ту-ту. Да, наверное, я уже и так смогу победить, поэтому... Шикарно, конечно, шикарно. Все. Зубик туда, а мы дальше. А это что такое? А, это испытание. Ага. Что тут? Испытание родства. 2 из 3 случайных карты должны оказаться в родстве. 4 капельки и 6 здоровья. Скольких? У 3 случайных карт. Блять, пропустил. У 3 случайных карт 6 здоровья. Ну, 3 случайных. То есть в любом случае. Блять, а шкурка может попасть. Если даже 3 случайные, то есть по 2, 2, 2, 2, все. А шкурка будет, а если 2, 2 и 1? Нет. 4 капли.
4 капли я могу не набрать, потому что 3 карты же будет. 1, 2 и 3. Все, не набрал. Понятно, что 2, 2 и все. И 2 карты из родства. Эти вообще не родственники, нахуй. Нет, давайте все-таки 6 здоровья. Фу, да начнется испытание здоровья. Сука, вот я вот как жопа чувствовал, что ебучий этот кролик шкурка будет. Не повезло, просчитало существо и растворилось во тьме. Ну, что сделаешь? Ну, бывает. Пожертвовать. Это жертва. Что у нас? Жертва у нас... Это мы будем жертвовать-то чем? Вот этой. Ну, конечно, можно, например, горностаю дать. Вполне. Да. Да. Ну, я хочу изменить, чтобы вот эта голова, блядь. Доставай давай резчик по дереву. Угу. Ну, вот, ну, заебись. Ну, вот эту давай. Вот так хотя бы. Чтобы, может быть, хоть чтобы что-то выпадывало каждый раз, когда белка будет. Ну, как бы это поинтересней будет-то. Белка, вот. То есть, муравьи. И чего там этот червячак? Чак, червячак. То есть, если... А ну-ка вот... Сейчас даже, ребята, проверим. Знаете, как проверим? Две капли. Мы, знаете, как проверим? Вот так. А, они же еще никак-то не ступили. Все. Раз. А вот сейчас и проверим. Ну-ка, берем белку. Берем ножницы. И я хочу разрезать, например. Например, я хочу вот этого разрезать. Ложим белку. Что там у нас? Свинья с косточками, да? 4 кости. Чтобы у нас не оставалось места, мы ее разбиваем. Так. Так, пока все. Ну-ка. Давай, чтобы белка попалась. Время. Что за время? Ваш противник пропустит свой следующий ход. Пфф, отлично. Хочу. Так, а я же ничего не сделаю, пока я еще... Они же пропускают. Я вынужден спасовать. Хе-хе-хе. Вот и стой нахуй. Белка, опять белку. Зубы. Тх, давайте выдернем. Потому что в любом случае белка, видите, она всегда поможет. Ну, ради интереса можно вот так вот сделать. То есть она одну-то убьет. Вторая убьет его. Не знаю. Давайте посмотрим. Нет. Все-таки он... Я думал, он будет перемещаться. Он не перемещается. Но все-таки вот с этой белкой... Когда же объявится достойный соискатель? Давай, не пизди. Ты набрел на маленькую лавочку, у которой стояла загадочная женщина. Это была та самая лавочница, о которой говорил охотник. Тебя смущала ее внешность, но внимание быстро переключилось на товары. Ты не против, если я осмотрю твои шкурки? Какие? Начнем с зайчих. Вот что я могу за них предложить. Я могу дать тебе кого-нибудь из них, но не спеши, а подумай. Ой. А кого же взять-то? А я даже не знаю, кого взять.
Волк есть, жаба она, жаба по жизни. Крота, если взять, чтобы, если что, его кинуть. По крайней мере, он будет перемещаться. Он же будет постоянно перемещаться. Когда противник целится в пустую ячейку, карта с этим символом перемещается и принимает удар на себя. Давайте крота возьмем. Эти шкурки потрясающие. Большое спасибо. Спасибо и вам. Грибы. Грибы я еще не доходил. Грибы я пока не дошел. Голову я менять не хочу. Давайте до грибов дойдем. Ты оказался посреди густой грибной рощи. Прищурившись сквозь облако спор, ты разглядел фигуру. Мы микологи. Ага. Двойной дурачок, вот так. И мы проводим эксперименты вдали от... В других местах нам не рады. Мы поэкспериментируем над твоим зверинцем, да? Но нам нужно два одинаковых существа. Каждый из нас возьмет по карте. В смысле? Сука, вонючая. Собаку я отдать не могу, у нее 3 жизни. Давайте вот этих 2. Потому что сейчас в любом случае белка, а белку я возвращать не хочу. Давайте, на. Это будет неприятное зрелище. Не смотри. Я хотел посмотреть. Это вьючная крыса 2 в одном. Ёбаный, я бы знал, я бы собаку бы забанил. У нее же жизни-то было бы больше. Блять, здоровье-то больше. Пиздец, ладно, скоро будем заканчивать сейчас. Что тут? Белка, 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 белка. Что тут у нас? Птицы, птицы. Все птицы по одной. Так, ладно. О, белку дал. А нам в любом случае эти прячутся. Значит, вот сюда. Ладно. Все, не ной. Ему 2 раза ударить, и все, мы победили, нахуй. Давай, белочку. Ну, раз уже одно место занято, можно еще одну белочку взять. Смотрите, как шлеп. Булыжник. Шлеп. Пока полная. Давай вот сюда поставим. И клоп-вонючка мы поставим, например, вот сюда. Чё-то там. Приступим. Приступим. Этот не ударит, у него 0. Ну, конечно, белку надо взять. Так, стоп. А чё булыжник? Она же... Да пока не. Пропустим. Мы и так справимся. Все. Выбираем карту. Фу, серия будет долго это. Черепаха, жаба, черная коза. Давайте, наверное, черную козу возьмем, потому что менять не хочу. Костер. Тлеющий костер осветил лица выживших. У нас нет еды, сказал один. Но если к нам подсядет твой зверь, у него сила увеличится, сказал другой. Делай, что должен. Нет. А что нет? Что ты некаешь, нахуй? У тебя одна. Конечно, ты. Твой зверь станет еще сильнее, но тебе придется держаться у костра на свой страх и риск. Испытай удачу. Давай. Пока тебе везло, быть может, повезет снова. Ты заметил, как один подозрительно крепко ухватился за копье. Нет. Встал в зверя, увеличил его. Хватит. Ты засомневался, что были у них добрые намерения. Ты забрал и быстро ушел. Потому что 5, уже 5, это очень даже прекрасно, ребята. Давайте, битва. Не знаю, победим, проиграем. Ну, конечно, лучше победить. Из-за вязкого ила тебе пришлось замедлить ход.
От омерзительной вони у тебя скрутило живот и заслезились глаза. Запах исходил от гнилых рыб, развешанных на ветках. К тебе подошел высокий мужчина. Это кто еще? Ловись, рыбка. Белочка. Чернильная коза. А тут кто у нас? Зимородок. А вот знаете, давайте-ка возьмем вот так булыжник. Пусть он нахуй по булыжнику. Или, наверное... А, или высокая пета надо было. Это пока... Вот это хорошо. Так, пока положим. Ударит он? А, по мне все-таки, блядь. Хм, несвежая рыбка, трудно выбрать. Иди в пизду, он выбирай всякое дерьмо какое-нибудь. Белка. Стоп, белка. А если пропустит он ход? Я пропущу. Конечно, пропустишь на ножницы. Ножницы, хорошо. Ты пропускаешь следующий ход. Пас. Вот и все. Постой, нахуй, подумай. Нет, можно взять карту лучше. Юджин 3. Во! Вот. Мы лучшим, смотрите, за место вот этого. Козу. А потом ложим за место вот этой козы. Только уже ложим куда? Наверное, мы положим вот сюда. Можно же разрезать, потому что следующая будет белка. А, нет, следующая пока не будет белка. Вот так вот, нахуй, будет. Вот чё. Съел? Ловись, рыбка. Забери булыжник, а я его зря положил. Так, мы, наверное, пока возьмем карту. Гончая. Гончая — это хорошо. Это что такое? Ведро с наживкой. Фу. В смысле? Нихуя, ловись, рыбка. Нихуя себе. Ловись. И больше не дерись. Так, используем. Одну надо разрезать. Хоть как. Белку ложим. Пропустит. Пусть пропускает. Я пропущу свой ход. Пропускай нахуй. Так. Ну, у нас пас. А у меня тоже ничего никто не ударит. Берем белку. Опять ложим белку. Еще одна белка. Нет, нам надо... Нам надо же как? Вот так вот положить. Ну и давай белку, она же белка аж, блядь. Давайте положим белку. Ради чего там у нас попалось-то? Бутылка с замороженным опоссумом. В вашей руке проявляется замороженный опоссум в бутылке. Сила 0, здоровье 5. Ну же с ним же, если что, можно пожертвовать. Да. Вот и пусть он стоит здесь. Вот и пусть он его пока долбит. А я пока карты наберу. А, он всех принимает. Прикиньте, что. Прикольно. Прикольненько вообще. Белка не бьет, она так и будет стоять. Это так и будет. Поэтому все идет как надо. А хотя можно пожертвовать. Пожертвовать. И ему пиздануть. А, это нельзя. Ты не можешь принести в жертву. Не могу, подожду, значит. В любом случае. Вот. Теперь могу.
Подожди, возьми карту. Ну... Ну я же теперь могу этим пожертвовать или не могу? Блять, ну давайте белку возьмем. Вот. Мы вот так. Пиздык. Белочка. Белочка, это хорошо. Ложим белку. Ой-ой-ой, зря. Ну-ка, соберись. Все. Вот так, нахуй. Съел. И вот это будет очень хорошее завершение этой... этого видео. Твои жизни восстановлены. Ну, спасибо. Возьми, выбирай с умом. Странная личинка. 13-е дитя. Вонючая крыса. Вонючая крыса мне пока не нужна. Смысл нет, она есть. 13-е дитя, ребята, говно, кто смотрел предыдущие серии. А вот личинка, если вы посмотрите первую серию, и это действительно та, блядь, личинка, это будет просто шикарно. Поэтому возьмем ее. Ну и переходим, конечно. Ты захотел взять улов рыболова, чтобы перекусить, но тебя отпугнул едкий запашок. С ужином придется подождать. Потопали. Хм, а я знаю. Зима? Или да? Твои легкие пронзил неприятный ледяной ветер. Красота падающего снега не смогла отвлечь тебя от дрожи в костях. Ага. Ты поднялся на снеговую линию. Да. Так, ну на этом, наверное, сейчас давайте посмотрим. Мы же тут что, все же? Я видел, как из нее что-то вылезало. РГГГ, но только когда карты расставлены как надо. А как их? Нихуя, а как их? Тебе все еще интересно? Сперва ты должен найти нужные карты для своей колоды. Вот так. А потом что-то, ребята, будем расставлять. Этот ножичек. Пусть этот кинжал найдет свою цель. Найдет, не ссы. Как буду подыхать, его использую. Давайте, ребята, возьмем карты. Воробей, хуи и велорог. Садистский велорог — горе тому, кто окажется на острие его рога. У него 3 жизни, но при этом он бьет так и так и постоянно ходит. Это хорошо. Воробей, ну как-то не очень. Ну, единственное, 2 капли, но хуи мне этот не нужен абсолютно. Хоть он даже за одну, но он... У него 1 жизнь. Ну хотя он прячется и переходит постоянно. Не знаю. Можно взять его потом им пожертвовать, чтобы вот это там какого-нибудь еще, блядь, досталось. Вот так вот. Ребята, ну а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч, друзья. Пока-пока.